Я стою у начала нашего участка, откуда пойдет строительство трех тестовых участков под билбордом, где показано, что мы строим. Потому стройка идет. И подтверждением того, ну, я стою здесь, где идет стройка. И, собственно, стройку мы начали раньше. И я об этом ранее говорил, что фактически мы подготовку к строительству начали еще, ну, в мае месяце, в апреле даже этого года. И сейчас уже идут строительные работы, в частности, закладываются фундаменты опор, станций, инфраструктуры. И все это время ушло на подготовку проекта, потому что это очень сложный проект, большой проект. И мы всю работу сделали менее чем за полгода. При этом сделали собственными силами, хотя если кому-то заказать, то я думаю, они не сделали бы за 10 миллионов долларов, даже за 20 миллионов долларов эту работу. И потом большое количество согласований, потому что в планах технопарка не было SkyWay. Это его высочество сказало, шейх Шарджи, я хочу, чтобы SkyWay был здесь, и поэтому переделайте мастер-план технопарка. И на это тоже ушло время, на переделку, потом на согласование, на получение всех разрешений на строительство. И поэтому все согласования и разрешения получены, и просто идет. За моей спиной виден билборд SkyWay инновационный центр. Это здесь база, строительная база, откуда начнется строительство инновационного центра SkyWay. Здесь на самом деле та база, где мы готовимся к строительству, где складируем материалы, где готовим конструкцию, металлоконструкцию, где собираем. Это база нашего подрядчика. И здесь установлен билборд. My name is Omar Afana. I'm the general manager of Fast Building Contracting. We are here happy to announce the starting of our project, SkyWay project here in Sharjah, under the guidance of the Sharjah government and in the Sharjah Research Technology and Innovation Park under the American University of Sharjah. We are really happy to be the first main contractor to work for this project. For the Belarusian company SkyWay, and starting this main and most important project in the 20th century here, starting from Sharjah. В этот день, когда мы заложили первый, скажем, камень, вот, определенное чувство всегда присутствует, и чувство хорошее. Я уверен, что совместно мы добьемся все то, что Анатолий Эдуардович заложил как идею, и мы принесем миру добро и хорошее решение для всех нас.
Мы идем по нашей территории, по территории, где будет построен инновационный центр Skyway в Шарже. Слева вот здесь от меня это огромная территория университета, который был построен здесь больше 10 лет назад в пустыне. И сейчас здесь учатся 47 тысяч студентов. У нас там будет свой институт Skyway, где мы будем готовить специалистов. И рядом с дорогой идет наш участок. Его длина около 3 километров. Здесь уширение 300 на 400 метров, где будет, собственно, база нашего инновационного центра. А основные трассы пойдут вдоль дороги туда на 2,5 километра. Здесь будет кольцевая трасса закольцованная, где будет ферменная конструкция и полужесткая конструкция для тяжелых машин. Потому что в Беларуси мы не смогли построить длинные, более-менее длинные трассы, там у нас короткий участок, поэтому мы не можем показать скорость 150 км в час. И там построено для легких машин, весом ну, до там, 6-8 тонн. У нас очень много проектов в Эмиратах, это и Дубай, и Шаржа, и Абу-Даби, и Фуджейра, и другие Эмираты, во всех Эмиратах и в соседних странах, где объем перевозок, часы пик, где-то 50 тысяч человек в час, 70 тысяч человек в час. Это больше, чем производительность московского метро в два раза. Это очень большой объем перевозок для часа пик. По одной ветке имеется в виду. И поэтому пассажиров нужно возить поездами большой вместимости. И поэтому мы проектируем эти трассы на вместимость пассажирского подвижного состава где-то 200-300 человек. А для грузового грузоподъемность 35 тонн. Вот здесь две такие будут трассы. Посередине мы сделаем сверхлегкую систему с центральным пролетом около 1,5 километров. Вот здесь будет база, то есть здесь будет уширение. Здесь будет у нас депо, стрелочные переводы, разворот. И первая трасса, она появится вот в конце этого участка, длиной 400 метров. Мы ее планируем ввести в строй к апрелю 2019 года, то есть ну, чисто через полгода. На самом деле стройку мы начали давно, подготовка началась в марте месяце, когда нам выделили землю. И уже металлоконструкции под провисающую первую вот, ну, дорогу с провисающей путевой структурой. Тоже мы заказали в Вене, в Австрии. Через месяц эта же металлоконструкция прибудет на стройплощадку, где мы тоже сегодня у меня брали интервью. И мы снимали билборд. Это там стоит на площадке, где идет подготовка к строительству. А стройка будет идти вот здесь. Там будут у нас цеха, производство. Пока мы точно не знаем, что именно, какие производства. Ну, скорее всего, мы будем делать мотор-колеса здесь. В том числе, ну, для, не только для Skyway, а для других проектов. Для тех же электромобилей. У нас же есть свой электромобиль. Поэтому мотор-колеса электрические можем сделать и для них здесь. Здесь мы, скорее всего, организуем сборку юнибусов и юнитраков. И юниконта. Юниконтов для перевозки контейнеров для стран Персидского залива, потому что возить подвижный состав из Беларуси – это просто нереально. Мы еле завезли на выставку в Дубай юнибайк, небольшая машина весом тонну. Она добиралась всего 2 месяца через европейские порты, через какие-то там реки, где баржа застряла, и пришлось снимать. Представляете, с баржи среди реки пришлось снимать юнибайк, чтобы доставить в аэропорт и потом самолетом все-таки доставлять. На это ушло 2 месяца. Поэтому лучше всего и правильнее всего подвижной состав готовить именно здесь, собирать. Здесь, естественно, мы будем использовать наш гумус и посадим сады, зелень. Но, как я сказал, здесь у нас
Трассы тоже недостаточно длинные, 2,5 километра будут. Поэтому 150 км в час мы получим спокойно, а 500 км в час это, естественно, нереально. Там нужны трассы где-то длиной порядка 25 километров. Шаржа, эмират небольшой, поэтому этот вопрос мы решаем в другом эмирате. И уже есть решение о выделении нам 25 километров участок длиной, где мы построим высокоскоростную систему SkyWay. И здесь уже отработаем опытно-промышленную отработку юнибуса, юнилета высокоскоростного, который демонстрировали мы на Инотрансе в Берлине. А первые прогоны юнилета и первое испытание пройдем в Беларуси на короткой трассе, двухметровая она построена, при скоростях до 100 км в час, чтобы отработать режимы там разгона, торможения, тормоза, автоматику всю проверим, приводы и так далее. А потом, когда построим здесь, уже в другом эмирате, тестовый участок, то мы здесь уже пройдем окончательные испытания. На самом деле это не столько шоу-рум здесь будет, здесь технопарк. И не столько тестовые участки, как многие думают, что мы ЮНИСКО только вот и делает, что строит экотехнопарки. Это не так. Ни в одной стране не пойдет проект, пока мы не покажем, как работает наш комплекс, неважно, грузовой, городской, высокоскоростной, в этой стране. Потому что в Беларуси другие условия климатические. У нас морозы, зима, снег. Эмират это не интересует. Она говорит, они говорят, у нас жара, у нас металлоконструкция коробит от жары, у нас мосты их ведет, наши высотки начинают колебаться, они начинают проседать, потому что жара и очень сильный ветер. У нас металлоконструкции корродируют, потому что в воздухе, в почве очень много солей. Они разъедают любую конструкцию, любую сталь. Покажите, что это все работает здесь. И даже не надо там до конца испытаний. Просто начните, и мы увидим, что вы здесь делаете, значит, у вас все получится. Все, и пошли адресные проекты. Поэтому у нас десятки здесь, только здесь, в этом регионе. Поэтому это адресные проекты, вот то, что мы здесь делаем, адресный проект, но он так называемый связанный проект. Мы не будем здесь водить пассажиров, потому что возить пассажиров и на этом заработать денег, то надо продать миллионы билетов, и надо лет 10 их продавать, чтобы вернуть стоимость проекта. А потом надо еще 10 лет что-то на нем зарабатывать. Но как только мы начнем строить и покажем, что мы можем делать наши проекты здесь, в Эмиратах, пойдут адресные проекты. Мы подпишем десятки контрактов, пойдут авансы платежи. И вот эти вложения, что мы делаем здесь, окупятся за один день. Не надо билеты продавать. Билеты будут продаваться в адресных проектах. Поэтому самый доходный проект, самый прибыльный проект, самая быстрая отдача – это вот это, вот это, вот здесь. Вот здесь. И отсюда мы уже пойдем не только в арабские страны, где тропики, но и в другие страны. Это Индия, там такой же примерно климат. Влажность та же жара. Или Бразилия. Или Африка, тоже Египет, или Саудовская Аравия, или Ирак, там, Иран. Стран много. Поэтому здесь вот показан как раз центр инноваций в логике, опять же, на 100-200 лет. Не так, построили и забыли. Нет. Где будем совершенствовать технологии, совершенствовать конструкцию применительно к этим природно-климатическим условиям. И вот научно-учебная база. И вот здесь мы тоже построим институт свой. SkyWay, вот здесь, вот там он будет, где мы будем обучать студентов, и институт войдет в структуру университета Шаржи, как одно из научных подразделений университета. Потому что нам нужны свои специалисты, которые должны проектировать трассы SkyWay, строить их и эксплуатировать. Thank you.
войсковые. Спасай планету!